Сегодняшний день уже назвали как черный день для музыкального продюсера Андрея Разина. Ведь наконец восторжествовала справедливость, о которой так мечтал Шатунов. Теперь Юрий будет спать спокойно, семья в безопасности, а его песни будут звучать вечно, прокомментировал произошедшее Олег Газманов. Сегодня утром сын Шатунова Денис совершил то, о чем так мечтал его отец. Правда, для этого ему понадобилась помощь старших товарищей в лице Олега Газманова и мужа Королёвой Тарзана. Денис в сопровождении известных артистов прибыл в московский офис Андрея Разина, который 2 недели назад приехал из Америки. Молодой человек потребовал, чтобы Разин оставил в покое семью и отдал все права на исполнение песен группы «Ласковый май». Разин, как известно, сейчас в связи с подозрением находится под подпиской о невыезде. На похоронах Юрия Шатунова, которые прошли на Троекуровском кладбище, музыкальный продюсер совершил чудовищный поступок. Он без приглашения явился на траурную церемонию и стал задавать жене Шатунова Светлане бестактные вопросы о финансовых исках. Разина с позором изгнали. Денис в интервью прессе заявил, что хочет восстановить справедливость и посмотреть в глаза этому бессовестному человеку. Прибыв в офис вместе с Газмановым и Тарзаном, сын Шатунова потребовал вернуть все документы и права на песни. Разин понял, что в такой ситуации с ним шутить не будут и лучше сделать все, как ему говорят. После передачи документов сын Шатунова Денис получил права на исполнение песен своего отца. Сыну артиста сейчас 15 лет. Именно в этом возрасте Юрий Шатунов вышел на большую сцену. Сам Денис пока не знает, будет он исполнять песни отца или нет, но то, что он станет музыкантом, это уже решенный вопрос.